В Южноуральске ищут грабителей, которые за 30 секунд обчистили ювелирный магазин. Молниеносный налет на салон зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ограбление произошло в Южноуральске. На этих кадрах видно, как четверо неизвестных в масках забегают в магазин и набивают мешки драгоценностями. Преступники на месте преступления действовали слаженно и четко. О том свидетельствует имеющаяся видеозапись в данном магазине. Магазин стоял под сигнализацией. По предварительным подсчетам, золото и бриллиантов преступники унесли на 500 000 рублей. Сейчас их ищут.